Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас вторник, 23 июля. И давайте с вами посмотрим на графики евро и фунта. Видим, что вчера в отсутствии важной фундаментальной статистики никакие у нас данные не выходили интересные. Торговались мы в узком боковом канале. Волатильность вообще минимальная, 18 пунктов внутри дня. Это, конечно, не очень интересно. Но видим, что все-таки сегодня на Азии пробились мы ниже поддержки 12.05, 12.20, и постепенно евро толкают вниз. Ну, по объективным причинам это понятно. Заседание Европейского центрального банка, на котором курс денежно-кредитной политики может быть изменен, либо объявит о планируемом изменении, что, конечно, оказывает давление на европейскую валюту и продолжит оказывать, пока не будет объявлено об окончательных решениях, о процентных ставках не будет заявлено, не будет заявлено о новом уровне целевом по инфляции. Все это, конечно, еще раз повторю, оказывает давление на евро. Пока мы стремимся в район 11.80, это такой своеобразный минимум, но его прорыв приведет уже, конечно, на 11.38, 11.17, более интересные уровни на середину этой недели. Скорее всего, на 11.80 будет сформирован какой-то отскок вверх, но, видимо, опять же, волатильность низкая, поэтому на коррекцию можно рассчитывать максимум на 10-15 пунктов, не более того. Хорошим сигналом на продажу сегодня будет формирование ложного пробоя на 12.05. Если не пустят вернуться быков на этот уровень, сюда видим подтягивается и средний скользящий, то можно смело открывать короткие позиции в расчете на продолжение снижения евро, а прорыв 11.80, еще раз повторю, еще больше окажет давление, что придет нас на 11.40 и 11.17. Из фундаментальных данных у нас сегодня единственное, что это политическое событие в Великобритании. Выборы у нас пост премьер-министра. Понятно, что скорее всего им станет Борис Джонсон. И это сформирует определенное давление на британский фунт и приведет его к дальнейшему снижению. Во второй половине дня у нас выходит индекс цен на жилье, объем продаж на жилья на вторичном рынке США, индекс Ричмонда и индикатор потребительской уверенности, на который по еврозоне, на который также стоит обратить внимание, он может привести к еще большему ослаблению европейской валюты. Что касается британского фунта, то мы видим здесь всплески, напряженная ситуация. Сегодня будет объявлено, кто уже будет премьер-министром. И фунт пока все еще двигается вниз, и скорее всего давление сохранится. Победа Бориса Джонсона, который является сторонником жесткого Brexit, приведет, конечно, вполне вероятно, фунт еще ниже на 24.31 и к возврату на минимумы этого месяца, это 23.83, здесь уже развернется более серьезная борьба. Пока же покупки на формирование ложного пробоя 24.31 в первой половине дня, либо хорошие продажи в случае восходящей коррекции от ложного пробоя на 24.75 с продолжением движение на 23.83. Если на 24.75 продавцы отсутствуют, либо закрепляемся выше этого диапазона, то в таком случае короткие позиции лучше всего смотреть от максимумов этой недели. 25.09, 25.12. Это будет более-менее интересный уровень для продаж.